В Беслане завершается трехдневная вахта памяти. В эти минуты во дворе школы проходит божественная литургия по погибшим. В 13:05 прозвучат два удара колокола. Это время, когда в спортивном зале прогремел первый взрыв. Память погибших почтят минутой молчания, затем все участники отправятся крестным ходом до города Ангелов, где продолжатся траурные мероприятия. 16 лет прошло с тех пор, с тех страшных событий, а боль Беслана не утихает. Горечь утраты с родными погибших в эти дни разделили жители республики. Гости столицы. Три дня к поклонному кресту, установленному в спортзале первой школы. Ложатся цветы. Специально вот сюда приехать. Посмотреть, почтить память всем погибшим. Ощущения очень страшные. Бедные, кто здесь был, что он пережил, я только это представить можно. Даже и то не... А этим людям, которые напали на детей, вот я только сейчас старшим сыном говорил, у таких людей ни чести, ни совести, ничего нету. Дети здесь – это самое святое наше. Я посещаю каждый год, чтобы смотреть на этих детей и чтобы помнить их, чтобы не забывали их. И просто, когда ты смотришь вот это все, через что они прошли, и становится просто невыносимо больно от этого, и как это просто смогли допустить.